подписываемся, ставим лайки. Поехали! Volkswagen Tipp 166, Scheinwerfer Gen, германский плавающий полноприводный автомобиль повышенной проходимости военного назначения, выпускавшийся с осени 1942 года до лета 1944 года для вермахта и войск СС. Немецкая армия нуждалась в транспортном средстве, которое может использоваться на снегу, песке, воде и в грязи. Для выполнения всех этих условий Фердинанд Порше в 1939 году создает полноприводный Type 87. В процессе дальнейшего развития 1 июля 1940 года компания F. Porsche KG получила заказ на разработку амфибии для вермахта. В процессе производства с осени 1942 года до лета 1944 года было изготовлено свыше 14 тысяч штук таких автомобилей. Для удачного выхода на сушу инженерами была разработана переднеприводная трансмиссия. В обычном режиме Scheinwerfer Gen и Volkswagen Käfer обладали задним приводом, работающие вместе с понижающей передачей. Военный автомобиль VW Type 166 Scheinwerfer Gen стал результатом совместной работы двух немецких конструкторов Фердинанда Порше и Эрвина Коменда. Он разрабатывался на базе модели автомобиля Volkswagen Käfer и был призван решать задачи транспортировки грузов и личного состава войск в плохо проходимых районах местности, содержащих в том числе и водные преграды. Основной задачей его создания была замена мотоциклов с коляской, состоявших на вооружении разведывательных и мотоциклетных батальонов, оказавшихся малопригодными для условий Восточного фронта. Скорость автомобиля при движении на плаву не превышала 10 км в час из-за относительно маломощного двигателя, несмотря на его обтекаемую форму. При езде по суше трехлопастный винт автомобиля, обеспечивающий движение автомобиля на плаву, смонтированный в кормовой части корпуса, откидывался назад и вверх и крепился ремнями. При этом автомобиль мог развивать скорость до 80 км в час на шоссе и обладал превосходными качествами повышенной проходимости, а запас хода составлял 520 км. Автомобиль вмещал в себя трех солдат с личным оружием и водителя, а также 7,92 м пулемет МГ-42, при этом полезная нагрузка автомобиля составляла 435 кг. Скорость на воде до 10 км в час. Запас хода по шоссе 520 км. Всего было выпущено 15 000 экземпляров. Если понравилось видео, ставь лайк, подписывайся на канал.